Привет, Юля. Что интересного произойдет в Ленинском районе? Здравствуй, Максим. На выходных скучать не придется. Расскажу, на мой взгляд, о самом интересном. 15 октября научно-культурный центр музея имени Ленина приглашает на концерт Московской областной филармонии квартета имени Александра Алябьева «Классика и современники». Солистка Ольга Таран. Начало концерта в 14 часов. Заказ билетов в кассе музея. Также 15 октября в кинотеатре «Искра» состоится концерт группы Стаса Намина «Цветы». Это московская рок-группа, созданная гитаристом и автором песен Стасом Наминым в 1969 году. Творческая судьба группы складывалась по-разному. «Цветы» за свою 40-летнюю историю будто прожили несколько жизней, а в 2010-х начали еще одну, новую. Какую, узнаем 15 октября в кинотеатре «Искра» в 18:00. Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра. В это же время Центральная библиотека города Видное приглашает на литературно-музыкальный спектакль театра «Четвертая стена» по произведениям Александра Сергеевича Пушкина и Марины Цветаевой. «Я вас люблю, к чему лукавить?» Вход свободный. Итак, насладиться спектаклем можно будет 15 октября в 18 часов ровно. 16 октября на стадионе «Металлург» состоится любительский футбольный турнир Ленинского муниципального района. Начало регистрации участников пройдет в 9:30. Игры начнутся в 10 часов ровно. И о новинках кино. В кинотеатре «Искра» стартовал новый фильм режиссера Колла Маккарти «Новая эра Z». Война миров не закончилась. Планету поразил страшный вирус. Но людей стали нападать инфицированные особи, поставив человечество на грань исчезновения. Единственная надежда – это второе поколение зараженных, опасных, но обладающих феноменальным, более высоким, чем у людей, интеллектом. Они – ключ к созданию спасительной вакцины. Поэтому их держат в специальном бункере, оберегая от контактов с внешним миром. Но однажды ситуация выходит из-под контроля. Возрастные ограничения 16+. Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра. Максим, кинотеатр «Искра» соскучиться не даст. А ты выбрал что-то для себя? Спасибо, Юля. Я все же предпочитаю отдых на свежем воздухе. Думаю, что мы с семьей отправимся на стадион «Металлург». Сыграем с друзьями в футбол.